В годы Великой Отечественной войны 5 марта на этом месте гитлеровские захватчики, не жалея женщин, стариков и детей, заживо сожгли 19 человек мирных жителей. В преддверии этого страшного события у десногорцев стало традицией проводить субботник. В этом году в нем приняли участие представители молодежного совета города, общественных объединений и администрации Десногорска. Мы ежегодно, то есть проводим субботник, расчистку территорию, уборку, уход за памятником осуществляем. Вся наша активная молодежь города всегда в этом участвует. Без истории, как говорится, нет государства, нет ничего. И чтобы они не забывали подвиг героев, дедов, прадедов, мы делаем такие мероприятия. Я нахожусь в поисковом отряде, состою, и мы поднимаем бойцов, как бы тоже неспроста. Мы тоже отдаем долг, и такими же мероприятиями мы отдаем долг памяти героям, которые участвовали в той Великой войне. После того, как был убран снег возле мемориала, состоялся небольшой митинг, который завершился возложением цветов и венков к памятному знаку.